Привет всем! Сегодня воскресенье, с музыкой, веселее, делать домашнюю работу, сейчас буду гладить. Бат убрала, все убрала, да, теперь осталось, хочу сейчас там стираю еще, хочу погладить, аж вот стало. Буду сейчас под музыку гладить. Так, у меня столько гладить целый комп большой. Много вещей сегодня гладить буду. Так что... Продолжаем гладить. Смотрите. Кто со мной согласен, например, если... В Ютубе же нельзя же песни выставлять, петь чужие, например, да? А как бы было веселее, сколько бы было много... роликов и видео, если бы можно было бы песни вставлять везде. Не так ли? Ставьте лайки. Если хотите, конечно. Подписывайтесь. Когда утром встаешь, в воскресенье у меня всегда уборка, стирка. Гладить, варить. В воскресенье я вообще не отдыхаю. Полежу так до 10, может быть, до 11 утром. Потому что всегда в субботу, на воскресенье, как сказать, поздно ложишься спать. Один день же в воскресенье только отдыхаем мы. И вот... И целый день потом работать надо. Представляете, да? Такие вот дела. Сейчас это мне где-то на 2 часа здесь надо гладить самомало. Я уже, сколько, 3-ю стирку сейчас поставила стираться. Некоторые сразу в трог на и гладить. Еще сегодня перегладить надо, которые я сегодня постирала. Еще надо перегладить. Если высушится, когда в трог нари. Ну, сушилки. Вот так вот. Вчера закупались касселя. Можете посмотреть мои видео. Ой, да не сжечь бы. Я поставила там. Кое-что купили. Вот я уже 3 часа глажу вещи. Ну, и саму музыку слушаю и занимаюсь спортом. Всегда надо двигаться. Приседаю, так, танцую. Короче, спортом занимаюсь. Еще мне надо гладить и гладить. Постирали сам стирки. Сушилки высушились. Теперь я еще хочу погладить и перегладить. Вот целый день прыгаю здесь. Видео снимаю. Тик-ток. Да. Ой, как я на эту кучу пострю еще, ё-моё, часик надо
гладить. Сегодня столько стирок перестирала. Последнее сейчас там закинула. Уже капец. Сушу сразу и на балконе. Сегодня у нас солнышко, так хорошая погода. Что высыхает, сразу глажу. Все под подряд, все под подряд. Под музыку, когда гладишь, даже интересно, весело, весело. Охота только прыгать. Что-то настроение у меня сегодня хорошее, хоть бы никто не угробил. А хочешь, тебе его угроблю, да? Есть же такое этот. Чего у тебя такое плохое настроение? Чего у тебя такое хорошее настроение? Комедия же есть такая. Короче, здесь не кончается, не кончается, любимые мои. В домашнем сегодня одета пока. Ладно, давайте. Пока-пока. Буду доделывать, доглаживать, прыгать, спортом заниматься и гладить, и танцевать.